Отож, від справ музичних переходимо до серйозних релігійних. І в мене в студії вже є перші гості. Андрій Малінський, місіонер-євангеліст, та Євгеній Мінін, пастор, капелан та волонтер. Я вітаю вас в нашій студії. І хочеться перше запитання задати вам. Сьогодні вранці ми розпочали наш ефір з молитви. І тепер наш ефір буде розпочинатися таким чином кожного ранку. Я знаю, що ви приймали безпосередню участь в цьому. Яка мета, яка ціль того, що ранок починати з такої молитви? Ну, наша страна зараз знаходиться в такому серйозному положенні, і нам необходимо включить все, скажем так, ресурсы, в том числе и молитвенные ресурсы, для того, чтобы нам ну, и преодолеть эти проблемы, и из этого кризиса выйти более, скажем так, успешными. Кризис – это всегда возможности, поэтому нам нужно обязательно обратиться к тому, кто может поменять человека изнутри. Мы не можем, к сожалению, как люди, заглянуть в само сердце, посмотреть туда, что-то изменить, исправить. Это уже привилегия или это возможности только в руках Бога. Поэтому мы обращаемся к Нему. Я думаю, что Он правильно сделал канал, правильно сейчас настроена и страна, обратиться к тому, кто действительно может по-настоящему что-то изменить. Все начинается с человека, все начинается с его сердце, все начинается с его религиозного основания, вот, ментального основания. Вот. И я думаю, что в этом отношении мы правильно делаем, и цель наша будет достигнута постепенно, уверенно. Все будет хорошо. Я в цьому просто переконана. Скажите, а какие конфессии долучилися до цього проекту? Ну, конфессии это и Православная церковь и католические традиционные церкви для Украины, а также это протестантские конфессии, это баптисты, христиане веры и Евангелия, евангельские, это лютеране, пресвитериане, ну и другие конфессии, которые есть на территории Николаева, Николаевской области, поучаствовали и будут участвовать в этих молитвах. Мы демонстрируем единство, потому что Бог, Он един для нас, для христиан, и страна у нас едина, многоконфессиональна, поэтому мы рады принять участие, совместное участие в том, что происходит, значит, у нас и в стране, и на канале. Тобто всі конфесії об'єдналися заради такої благої справи. Ради міра, ради преуспівання нашої країни, звісно. Я думаю, що всі будуть участвувати, хто, якщо навіть не підключився. Я теж цьому переконана. Я, коли оголошувала вас, сказала, що ви ще волонтер. Розкажіть, будь ласка, про свою волонтерську діяльність. Чим саме ви займаєтесь? Чим допомагаєте? Ну, волонтером ми стали, я воєнний волонтер і капелан, ми стали, скажем так, не запланировано. Просто мы увидели, что это нужно делать тогда, когда крымские части выходили с территории Крыма, попали на Николаевщину, и мы просто попытались сделать все, что мы можем. Приходили в части, оказывали всяческую помощь, и материальную, и моральную помощь. Мы увидели, что людям это нужно. И поэтому мы уже включили все свои ресурсы для того, чтобы вместе с друзьями продолжайте, вот так это продолжается. Сейчас мы ездим на фронт для того, чтобы быть среди того безумия, альтернативой, надеждой. Капелланскую оказываем поддержку бойцам нашим. Вот, потому что очень важно, чтобы люди, которые там оказались среди всего вот этого вот, я повторюсь, безумие, чтобы они вышли оттуда, вернулись домой нормальными и могли строить уже новую Украину, чтобы мы все строили новую Украину и учились жить без греха, без войны, перед лицом Бога, который дал нам эту хорошую, благословенную землю. А вы кажете, капелланская поддержка, можете более детальнее раскрыть, что это самое за поддержка? Мы находимся непосредственно в зоне АТО, и тут, когда бойцы наши приезжают, мы, скажем, больше это присутствие верующего человека, который находится, скажем, в дежурном режиме, потому что бойцы наши, они находятся в состоянии стресса, им иногда нужно поговорить, им нужно
знаете, когда они вдалеке от семей, что-то происходит, бывает в семьях, бывают, конечно, и суицидальные мысли, если у бойцов, то они могут подойти к капеллану, волонтеру, к пастору для того, чтобы поговорить, и это оказывает для них благотворное, конечно, так, вот такое действие. Бо кажуть, що інколи розмова – це найкращі ліки, так? Да, слушание. І тільки що слухають. Да, ми стараємося слушать. Человеку нужно кому-то выговориться, быть вот тем светом Иисуса Христа, который так необходим там, где, знаете, мужской коллектив, где стреляют, где порой хоронят своих побратимів, да. И все это такая нестандартная ситуация. Здесь нужен, в нестандартной ситуации нужен капеллан. Вот этим мы занимаемся. Я дякую вам и бажаю вам успехів у такій дійсно благородній справі. Я переконана, що таких людей потрібно бути більше. А тепер переходимо до вас, Андрію. Я знаю, що ви теж займаєтеся благими справами, і в Миколаєві ви не просто так, а з місією. Розкажіть нашим глядачам, що це за місія. Наша місія називається «Благотворительність». І я родився в Миколаєві, я вирос здесь, учився в широкій балці. Школа, средняя школа номер 14, закончил здесь училище. Женился и в 96 году эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. Живу в штат Миннесота, город Миннеаполис, церковь Голгофа. И уже 9-й раз я сюда приезжаю. Не могу забыть свою родину, я вырос здесь, мне не безразлична моя страна, тем более сейчас, в каком она положении. Конечно, пропаганда у нас ведется такая, что здесь ужас творится, и даже я задал такой глупый, я бы сказал, наивный вопрос в аэропорту. Я сказал, а меня там снайпер ждет или нет? Был удивлен чиновник, очень сильно удивился, говорит, а кто вам такое говорит? Такая пропаганда. Тем не менее, я проповедовал в моей церкви и... Говорю, что я буду ехать на Украину. Многие мои друзья говорили, куда ты едешь, там война, это ненормально, у тебя дети есть, не делай этого. Но какой-то зов сердца, я молился Богу, и Господь призывает ехать сюда с миссией милосердия. Я созвонился. Что это за миссия, какая идея? И расскажи. Да, значит, миссия милосердия. Давайте я начну немножко все-таки сначала. Я объявил моей церкви, что я еду на Украину. И к моему удивлению, конечно, церковь пожертвовала определенную сумму денег, но основную сумму денег просто люди, украинцы, иммигранты, которые уехали, они начали жертвовать. Я не просил денег, но они сами начали жертвовать. Андрей, поедешь, пожалуйста, потрудись для нашего народа, для бедных, для сирот, для вдов. И с епископом Вячеславом Романовичем Кравчуком, он организовал здесь палаточное служение во многих селах, таких как Чапаевка, Березанка, Снегиревка, вот мы были пару дней назад. Мы делаем палаточное служение, поем, прославляем Иисуса Христа и, естественно, даем благотворительную помощь. А что это за помощь? Что это за помощь? Да, мы закупляли здесь продукты, у вас очень хорошие продукты в ваших магазинах Таврия. Мы закупляли полные микроавтобусы, крупа, гречка, сахар, мука, сгущенное молоко даже, конфеты для детей, печенье. И просто везли, делали такие пакеты и раздавали в основном пенсионерам, сиротам, вдовам. И также я призывал, проповедовал, говорю, кто нуждается, кто действительно не имеет куска хлеба, пожалуйста, подойдите, мы вас благословим. То есть тот, кто нуждается, спокойно может подойти и получить такую поддержку? Да, спокойно, кто пришел на наше палаточное служение, он может подойти и сказать, что у него действительно нужда. К моему удивлению, многие люди не подходили. И я их спрашивал, почему? Они говорят, у нас есть хлеб. У нас есть хлеб и до хлеба. Это говорит о том, что люди совестные, люди честные, порядочные. Это хорошо. Но, тем не менее, было много детей. Мы покупали мороженое. Вот, например, в Березанке 136 детей. Мы купляли мороженое, печенье, ситро, американскую кока-колу. Скажите, вы говорили, что вот не только в Николаеве хватываете, а и по областям, да? Вот где вы планируете еще быть? Следующий мой визит, если Бог даст, в сентябре, я хочу приехать, мы хотим поехать, вот я связываюсь с такими вот братьями, как Евгений, с капелланами, и я хочу поехать туда, в зону АТО, помочь солдатам, посмотреть, мне сказали так, я не видел, не знаю, но мне сказали очевидцы о том, что просто в этих оврагах, в бывших взрывах, дети сидят, женщины бедные, и мы хотим это увидеть, хотим увидеть своими глазами, я хочу снять на видеокамеру, потому что мы не очень доверяем людям, высылая им деньги, мы не очень доверяем всяким чиновникам. Мы хотим напрямую работать, поэтому я как волонтер приехал, я хочу увидеть, снять на камеру и помочь лично
увидевши своими глазами. Спасибо большое. А вот в Америке помогают только наши иммигранты или еще и американцы помогают? Очень хороший вопрос, очень хороший вопрос. Вы знаете, когда я объявил о том, что я буду ехать на Украину с миссией милосердия, 99% ко мне подходили иммигранты с Украины, разных областей Украины. Почему-то другие как-то не очень отзывались к этому, но именно наши мигранты, наши братья и сестры. Которые болеют душой и сердцем за нашу Украину. Представляете, пенсионеры $20, $50 давали, говорили: брат Андрей, пожалуйста, дай бедному человеку. Мы знаем, что ты сможешь это сделать. За нас пожертвуй, пожалуйста. То есть нам не безразлична судьба на Украине, абсолютно. Каждое воскресенье наш пастор объявляет: будем молиться за Украину, будем молиться за мир на Украине, потому что славяне не самый грешный народ. То есть это уже 9-й раз вот вы так, да, помогаете. А какой разрыв между вашим приездом на Украину? Я думаю, если Бог даст жизни и мира так более-менее на Украине, то я думаю это участить. Делать чаще. Вот, например, в сентябре мы собираемся с Западной Украины покупать картошку, уже бы с братьями с Канады, с Торонто. Мы договариваемся с жителями, пастырями с Канады, с Западной Украины закупать траки картошки и везти в ту зону АТО. И Славянск и другие близлежащие села. То есть мы думаем это делать в сентябре. Раньше это был разрыв, я ехал только, чтобы посетить своих родственников, увидеть близких, друзей, но сейчас это уже чисто миссия милосердия. У вас здесь остались родственники? Да, у меня здесь остались и сестра, и отец. И они живут в Николаеве. Спасибо вам большое. Я хочу от имени зрителей, николаевцев, поблагодарить вас за такое благое дело. Это действительно очень большое дело. Спасибо вам. И нашу встречу хотелось бы закончить молитвой, да, потому что что, как не молитва, помогает нам в такое время. Поэтому давайте. Я хотел бы прочитать в начале Слово Божие перед нашей молитвой. Записано Иеремия, 33 глава, со 2 стиха такие слова. Это будет пожелание для моих земляков, для народа Украины, для николаевцев. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь и имя Ему. 3 стих. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Итак, земляки мои дорогие, украинцы, я вам хочу оставить на память это место Священного Писания. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Воззовите к Богу. Придите к Богу чаще, больше, каждое утро проснувшись, когда вы видите солнце, просто прославьте имя Господне. И сейчас я призываю вместе с вами совершить коротенькую молитву. Отец Небесный Господь, слава Тебе за этот час, за это хорошее мирное утро. Слава Тебе, что милость Твоя еще над нами, человеками. И ныне, Боже, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, благослови мою страну, благослови мою землю, благослови моих родственников и земляков и друзей на Украине. Благослови, Господи, и даруй мир Твой святой на этой земле. Благослови, сохрани, останови, Господи, эту войну, чтобы здесь был мир и люди славили имя Твое святое. Прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Амінь. Амінь. Дякую вам. Я переконана, що обов'язково молитва допоможе нам і, зрештою, настане мир в нашій країні і мир в кожному серці. Дякую вам. Амінь.